Всем привет, друзья! С вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь», и это последний ролик в 2020 году на моем канале. Итак, «Футбол – это жизнь» существует уже больше 3 лет, с чем я вас и поздравляю. И мы сегодня с вами решили, я решил подвести итоги 2020 года. Поехали! Ну что ж, давайте все вспомним, что было за этот год, и в конце уже подведем полную статистику моего канала. Итак, вспоминаем с самого начала, это январь 2020 года, всего вышло за один месяц 7 роликов. Да, тогда я еще не получал от вас никакого сильного фидбэка, потому что да и на канале было там человек 250, а сейчас уже абсолютно другая цифра, за что я вам благодарен. 7 роликов и начал с 14 января, то есть вы понимаете, 2 недели в начале 2020 года даже не выходили ролики, и всего лишь за оставшиеся 2 недели вышло 7 роликов. Мы заканчивали с вами в январе, так сказать, и продолжали, и пытались заканчивать карьеру за Барселону, FIFA 20, карьера за канал, карьера за игрока. Была рубрика «Локомотив в Лиге Чемпионов», также обзор Еврокубков FIFA 20. И вот в таких рубриках начался наш 2020 год. Дальше быстренько так пробежимся. За февраль было всего лишь выпущено 4 ролика. В марте уже чуть получше статистика, 13 роликов. Ну и пошел месяц апреля, когда на весь мир, так сказать, настигла пандемия. Это домашняя самоизоляция. И поэтому здесь уже приличная такая статистика. За весь месяц апреля мы выпустили 28 роликов на канал. Практически каждый день я пытался выкладывать ролик. В мае мы выпустили 22 ролика. В мае появилась на канале рубрика как обзоры Лиги Европы уже FIFA 20 и правдивый пенальти. Благодаря чему до сих пор я очень рад, что тогда этот формат получился буквально снят и придуман на коленке. И вот таких уже высот он достигает. Невероятных гостей приглашаю я на свой канал, за что им тоже благодарен, за то, что они соглашаются участвовать в роликах на моем канале. Ну и также с Максимом у нас была такая рубрика «Карантинный турнир». В 4 разных играх мы с ним выявляли, кто из нас лучше. Так что обязательно можете посмотреть. Плейлист есть на канале. Приходите смотреть. Дальше за месяц июня у нас 16 роликов, за июль 15, в августе мы сняли 22 ролика, и тогда был замечательный такой формат, в этом году мы решили его не проводить, наказание за Лигу Чемпионов. Мы в начале сентября, ну получается это уже 2019 год, 2 года мы вроде так делали, предугадывали, как закончится Лига Чемпионов, групповой этап, кто выиграет Лигу Чемпионов, как российские клубы выступят, кто выиграет Лигу Европы. И вот как раз в месяце августе из-за того, что пандемия перенесла финал Лиги Чемпионов и финал Лиги Европы, провели мы именно в августе вот этот вот ролик «Наказание за Лигу Чемпионов». В сентябре на моем канале вышло 17 роликов, такие как турнир, последний турнир по FIFA, вот такой вот у нас вышел на канале, ну и, естественно, это появление Pro Evolution Soccer 2021. Это и карьера за игрока, и карьера за Зенит, карьера за тренера, карьера за Манчестер Юнайтед, также стримовая карьера, так что обязательно ставьте на колокольчик, чтобы не пропускать наши стримы, буду всех очень рад там видеть. Ну и с появлением Pro Evolution Soccer появилась эта большая уже аудитория, которая сейчас на моем канале, чуть позже мы про цифры с вами, естественно, поговорим, но, естественно, я благодарен Pro Evolution Soccer 21, благодаря нее у меня получился такой вот прирост по подписчикам. В октябре 31 ролик, практически весь действительно месяц, без перерыва, каждый день я вас радую уже, ну, получается, с выходом Pro Evolution Soccer 21, каждый день выходит, ну, на протяжении 3 месяцев, бывают, да, дни такие, когда, ну, там, может быть, один день не выложил в месяц буквально, поэтому такие случаи очень редки, но для вас я до сих пор продолжаю это снимать, придумываю новые форматы, зову интересных людей поучаствовать в моих роликах, поэтому за это уже можно подписаться на канал и поставить лайк, ребят. В ноябре, вот как раз вот этот и был, наверное, случай, 29 роликов я выложил, вот такие вот, да, наверное, там моменты были, никогда я не смог выложить, поэтому, ну вот, 29 роликов за ноябрь. Ну и за месяц декабрь, за 31 календарный день я выложил 32 ролика. Вы сейчас смотрите этот ролик 31 декабря, чуть попозже выйдет еще один ролик, потому что не буду говорить какой, надеюсь, вам он понравится.
Поэтому вот так вот быстренько мы пробежались по месяцам. И теперь давайте уже перейдем лично к цифрам. За весь 2020 год я выложил 236 роликов на канал. Ну, большая, конечно, цифра, но более-менее она, сказать так, окупаема по подписчикам. Тоже про эту цифру сейчас мы с вами поговорим. На данный момент, когда я снимаю этот ролик, на моем канале за 2020 год прибавилось 31,5 тысячи просмотров на канале. Тоже вам огромное спасибо. На данный момент самый просматриваемый мой ролик, там буквально 20 просмотров не хватает до 4 тысяч. Это «Карьера за игрока», первый выпуск, тоже невероятно. Это рекорд по лайкам, вроде как рекорд даже по дизлайкам, но это было ожидаемо, что самый просматриваемый будет самый задизлайканный. Да, 11 дизлайков вроде на 147 лайков, но по просмотрам, мне кажется, это хорошая даже статистика для моего канала. Почитал все ваши комментарии, мнения, ваши высказывания, все принял к сведению, поэтому огромное вам спасибо за то, что получаю я от вас такого рода фидбэк. Ну и за весь 2020 год на мой канал подписалось сверху 290 человек. Огромное вам спасибо. Сейчас на моем канале больше уже 550 подписчиков. Огромное всем спасибо. Ну и также, кому интересно, самый такой, можно сказать, прирост по подписчикам. У меня вот он как раз и прошел в октябре. Плюс 99 человек подписалось на мой канал. Это, естественно, еще раз повторюсь, все пришло от Pro Evolution Soccer 21, чему я действительно благодарен. Ну и все. На этом мы, наверное, с вами будем заканчивать этот ролик. Большое всем спасибо, друзья, за то, что вы поддерживали меня на протяжении всего 2020 года. Всех поздравляю с наступающим 2021 годом. Надеюсь, все те воспоминания, весь этот 2020 год у нас действительно останется в прошлом. Мы не будем вспоминать про этот год, будем вспоминать лишь только про будущее, думать о будущем, радоваться настоящему. И надеюсь, что 2021 год будет намного лучше, чем вот этот вот курьезный и ковидный 2020 год. Всем спасибо, друзья, большое за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы. С вами был Андрей и канал Футбол. Это жизнь. С наступающим вас Новым годом. До свидания.